Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В Курске проверяли бесправную молодежь. Речь, конечно же, идет об отсутствии у отдельных, особенно молодых автомобилистов, прав на управление транспортным средством. Для выявления подобных случаев сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения в Курске провели профилактический рейд. Некоторые водители транспортных средств, особенно учащиеся среднеспециальных учебных заведений региона, нарушают правила дорожного движения и управляют транспортными средствами, не имея на то разрешения. Иными словами сказать, не имея водительских удостоверений. Вблизи данных учебных заведений сотрудники Курской госавтоинспекции регулярно проводят целевые профилактические мероприятия группами нарядов ДПС и выявляют нарушителей. Впрочем, и на начинающих автомобилистов с удостоверениями водителей полицейские также обращали особое внимание. Мы разъясняем законодательство, как правильно управлять транспортным средством. Напоминаем молодым водителям, что необходимо перед тем, как сесть за руль, пристегнуться ремнем безопасности и убедиться в том, что автомобиль безопасен для движения по дорогам региона. И тогда не произойдет беды. В госавтоинспекции заверяют, что наказать нарушителя не основная цель. Призыв к соблюдению правил дорожного движения – главная задача рейда. Молодой человек, который садится за руль без водительского удостоверения, он в очередной раз подумает, стоит ли садиться за руль транспортного средства, стоит ли нарушать правила движения, стоит ли получать административное наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. А может быть, стоит отучиться в автомобильной школе и получить на законных основаниях водительское удостоверение и стать полноправным участником дорожного движения. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.